Здравствуйте, мои дорогие друзья, я Роман Головин. Сегодня опять поговорим об астрале. Развитие идет очень быстрыми семимильными шагами. Как я уже говорил, если кто-то еще до сих пор не верит, что вот там власти какие-то темные, еще что-то. Сейчас идут все параллельные процессы и быстрое развитие. И очень много рождается умных людей молодых, которые очень умные вещи говорят, как взрослые и зрелые люди. И сегодня стал доступен новый астрал с новой информацией, поэтому мы об этом опять говорим. Тема очень актуальна сегодня. И есть информация, над которой стоит подумать и к которой стоит обратиться. И стоит использовать для развития. Итак, после последнего ченнелинга известно, что существует старый астрал. Да, то есть он существовал. Это был обкаточный мир, в котором люди проходили определенное свое развитие, но были опасности разные. Сейчас мы не будем углубляться. И появился новый астрал. Вот, куда можно попасть фактически по ключу, который дает сущности. То есть человек обращается к контактерам. В данный момент это мы с Анастасией, которые мы этими вещами занимаемся. Человек к нам обращается, и мы даем определенную программу для развития и попадания в этот новый мир. Он безопасен, никаких темных нету, никаких проблем нет. Все замечательно, прекрасно. Опасностей никаких нет, что кто-то застрянет там, кто-то в темных капюшонах подберется там, какую-то гадость делает, или, не дай бог, вы умираете. Как в старом астрале тоже были 7%, как сказали сущности. Ну, в принципе, процент, как сказать, вроде небольшой, вроде не маленький. Ну, то есть, тоже прилично, опасно было. И вот сегодня мы узнали информацию, что, как я уже говорил, есть расширение сознания. Да, то есть это тоже один из вариантов набирания опыта и ускоренного развития человеческого на нашей планете. На данный момент времени, на момент 2021 года, на начало. И сегодня могу сказать, что человек к нам обращался, то есть это один из первых людей, и сущность сказала, что для расширения сознания ему подходит выход в астрал. Но чем отличается тот же новый астрал, который сейчас появился, написан для нас? Что это другая, совсем расширенная программа дается человеку. И человек в отдельное время, в отдельный день должен заниматься по этой программе. И таким образом он будет выходить и видеть совершенно другой мир. Это, знаете, как можно сравнить, когда вы играете в какую-нибудь компьютерную игру, РПГ какую-нибудь, и там огромный мир. Да? То есть вы заходите на первый уровень развития, у вас там определенное оружие, определенные магические заклинания, вот, определенный. Я сейчас себя ловлю на мысли, как будто я геймер, да, и рассказываю на совершенно другом канале вам про какую-то компьютерную игру, еще осталось здесь вот в одном уголке там, игру компьютерную покатать, наушники одеть, и я там бегаю. Вот, да, на самом деле прямое сравнение, когда вы в этой игре идете, да, у вас есть ограниченные какие-то вещи, там, мечи, там, не знаю, стрелы, там, оружие какое-то, ключи, какие-то сундуки открыть, попасть в какие-то тайники. И по мере развития вы сильнее становитесь, там броню меняете, там защиты какие-то, оружие мощнее становится, у вас больше жизни, там магии и так далее. Появляются какие-то ключи, там вы можете проникнуть в какой-то уровень, более с мощными монстрами драться можете, можете опуститься на первый уровень, там вообще себя будете идеально чувствовать, подготовленные как бы. Да, здесь полная аналогия. То есть считайте, что вот игры не просто так тоже появляются, их тоже сюда забрасывают сущности, люди их воплощают. Многие считают, что игры это тоже плохо, зло как бы. В умелых головах, в умелых руках игры тоже могут дать какие-то определенные знания. То есть когда человек со знаниями выбирает игру, которая развивает. Вот. И вот есть такие РПГшки, когда там Титан Квест, например, да, никогда не думал, что какие-то игры буду, скажем так, рекламировать. Да, когда вы можете развиваться по уровням, да, развивать своего героя в сторону мага, там, бойца, там, лучницы и так далее. То есть это прямая аналогия. Вот я сейчас себя ловлю на мысль, что это существует. И таким образом, то, что мы сегодня с помощью сущности открываем, да, новый мир
для себя новые возможности. Я уверен, что в ближайший год их просто очень много будет, различных возможностей, сущностей, вид, как мы развиваемся. И вот люди могут сейчас в обычный астрал выходить. Сейчас всем людям это фактически доступно. Там 90, там больше 90%. Да? И таким образом обычный астрал, расширенный астрал для расширения сознания. И очень кайфово, конечно, да, я себя ловлю на мысли, все это испытать. То есть, если человек физически привык как бы все ощущать, чувствовать, то здесь, представляете, ваше сознание, другие ощущения, другие стороны. Фактически ваше сознание – это вы и есть. Внутренний ваш мир – это вы и есть. То есть, вот многие как представляют, вот вы мне дали план, я пыталась на кровати медитировать, там что-то я почувствовал, что-то не почувствовал. Вы поймите, это ваше сознание будет чувствовать. Не обязательно выходить из тела, куда-то идти, что-то ощущать. Но именно ваше сознание должно вот именно глубоко погрузиться. Это как айуаска, да? То есть вы выпили таинственный напиток, ваше сознание по-другому ощущает. Вроде вы тоже никуда не выходите, но вы можете внутрь себя заглянуть еще. А здесь гораздо более широко происходит это все. То есть каждый раз вы попадаете туда, куда надо, да, вы контролируете себя в рамках этой программы. Там, да, все глубже, 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 все это открывается, закрывается. И здесь появляется что-то, здесь исчезает, это вы видите, ощущаете, чувствуете. Очень интересно, конечно, познать все эти ощущения. И вот сегодня есть такая возможность, всем реально рекомендую, от души как бы, да. Сам хочу больше времени выделить и этим тоже вплотную заняться. Пишите свои комментарии, вот мы всегда в доступе, хорошего настроения, вместе развиваемся. Удачи и увидимся в новых видео, до свидания.